Хейо, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем пройдить игру под названием Sonic Hedgehog. Это у нас зона космодрома. Сразу же мы с вами идем искать то, что нам необходимо. А это я типа сигнализацию включаю. Я понял. Так, это мы взяли. Сигнал включили. Ох, окей, пускай я с одной монеткой, но я хочу узнать, что здесь. Тут есть щит, раз. Одна хорошая новость. Как будто не из-за черепашки орут, хей-хей. В смысле, я туда попасть не могу? Забыл, что это не двойной прыжок. Но эти мне урон не должны нанести. Потому что у меня щит. Огненный щит отражает обычные снаряды. О! Теперь у меня и такой уже есть щит. Черт. Заметьте, что меня ударило, но щит не снесло. Серьезно, это... О, найс. Да, видите, птица сразу нападает. Вода мне не всралась, а монетки хотя бы мне. А монетки мне хотя бы будут как орудие. Главное, что я куда-то еду. Ну, музыка как будто кто-то просто орёт. Еще одно кольцо. Ладно. Никто не говорил мне, что там ловушка. Еще и такая ловушка. Вы серьезно? Пиздец.
Я и так хотел сюда доберусь. Я не понимаю, куда идти, я запутался. Я понял, что куда-то просто нужно прыгать. Мы просто входим в дом, выходим из дома. О. Вон. А вот эту херь можно запрыгнуть. Там что-то было или нет? Показалось. Где финиш? Ха-ха. Поехали. Тейлз. Мне кажется, либо я в начало вернулся. Оказалось. Ау. Шейля. Да, это другое место. Стоп, я мог его атаковать? Блин, Эдмонд. Походу я его атаковал. Но не суть. Он украл какой-то механизм. Это факт. Ах, черт. Ладно. Минус здание. Так, Эдмонд с батареей. Я понял. Заметьте, что... Он еще не успел выйти, но я ему уже надамажил. Вон оно что еще плюс. Подожди, хотите сказать, я должен его атаковать, когда он в... Да, в такой форме. Окей. Значит, у него еще есть два таких. Если я правильно понимаю. Хм. Не, это довольно странно. Он крадет роботов из каких-то мест. Зона космодрома.
Это только зона космодрома, то есть это не сам космодром, понимаете? Нет, электричество забрали. Ладно, забрал. А слезь сюда. Если бы тут не было воды. А тут есть вода. Теперь мне нужно будет контролить ее как-то. Чтобы я из-за воды вот так вот не сдыхал глупо. Блин, была бы возможность мне не потерять шар электрический. Хотя тогда меня бы током убило. По факту. Стоп, серьезно? Я за то, что я, в принципе, мог бы здесь собрать. Мне кажется, я уже не соберу. Ладно. Только 44, видите, у меня есть монетки. Значит, в начале раунда, если у меня нету монет, мы собираем, пытаемся найти где угодно монетки. Но мы их ищем. Ладно. Огонь тоже сойдет. Хорошо. Поехали. Блин, подожди, а как мне так сделать? Тейлс, куда ты улетел? Надоел. Тейлс просто куда-то улетает. Он в своей вселенной. И либо я не знаю. Давай, молния. Погнали искать Тейлс. Вода, одна жизнь. Огонь, огонь, огонь. Деньги. Есть. Молния. Самое важное это молния. Потому что и двойной прыжок, запрыгнуть можно. Куда хочешь. Ага. Ага. Хорош, Тейлс. Меня все равно в воде вымочили.
Где ты в сраку, а? Ладно, зато у меня типа, суперспособность набрана. Я могу суперспособность... Он меня подставил! Куда я лечу? Ой, я понял, что за звук. Хотя он... Ау. Во-первых, куда я иду? Во-вторых, куда мне надо идти? Потому что я иду непонятно куда. Не забываем, что молнии у меня уже нету. Подстава. Подстава. Сюда. Ладно. Мне водичка нужна. А, так бы я сейчас туда улетел. Прикольно вы придумали. Понимаете, у меня уже столько монет, что при получении урона они просто херевают. Нормально, сейчас здесь молнию возьмем. Вот, все, сразу две молнии даже. Двойная молния. Потому что с помощью молнии я могу врага быстрее дамажить, чем надо. А давайте я посмотрю, подожди, как он будет выглядеть. Вот видите, а так бы я к нему не смог бы попасть. А так я могу к нему попасть с помощью устройства. Нихера себе. О, это ракета. Похоже на ракету. Которая пытается взлететь. Эх, снова это... Вот, ребят, да, вот за вот эту я игру играл. И вот до сюда я дошел. И все.
Я хочу два урона ему нанести. Найс. Объясняю, здесь система заключается в том, что ты ему дамажишь. Его, допустим, второй уровень, видите, у него. Я всегда ему только вот эти два уровня ломал, и все. Остальные не мог. Вот этого робота я не... А вот, вот. Я побеждал два этого, и все. Он бывает, вот тебя хватает, и все, и ты погибаешь. Понимаете? Так, сохранить. И вот я не знаю, вот против него тактику. Потому что я от него вот издыхал постоянно. Вот, он вот так меня хватал и бил об землю. Я постоянно из-за этого вздыхал. А я не знал, что делать. А что мне сделать? Ну, это нужно, понимаете, миллиметр прыгнуть, чтобы... Сюда, да, он повернулся тогда. Ха. Давай. В эту, да, сторону будешь? Нет. То есть, видите, ему все равно могут здесь урон нанести еще. А вот эту я фазу не мог одолеть. И из-за нее я тогда проиграл игру. И я даже не знаю, будет ли тут дальше что-то. А, так это все, ребят, это финал, оказывается. Значит, я в детстве почти Хичкок 3 прошел. Я только последнюю форму не мог победить. Ну, то, что... Блин, я мог бы финал просто поиграть. О, видите, все. Sonic 3, разработчики. Ну, понятное дело, давайте я, короче, сразу до финальной сценки. А хотя я подумал, я ж могу оценить игру пока что. Во-первых, изменения глобальные, относящиеся, допустим, к тем же к шарикам, да, к той же защите. От огня защита, от огней и от снарядов. Молния защита от любых снарядов, отпрыгивание у нас идет от врагов с шипами некоторых. Также от урона, также у нас двойной прыжок. У огненного просто в молниеносный рывок вперед. Также можно отметить, это шарик водяной. Бесконечное дыхание под водой, это плюс отскакивание от поверхности, за отбивание снарядов я даже на самом деле не знаю. Дальше у нас идет с вами уровни.
уровни, с одной стороны, довольно однообразные, если сравнивать с предыдущими сериями. Ну, кроме гор ледяных. И, наверное, все. Ледяные горы — это что-то только новенькое было, можно сказать. А так, вода, фабрика. Ну, был, конечно, казино, но то казино. Или типа казино, в скобочках, цирк. Также можно заметить такие, как маленькие детали. Взять из маленьких деталей, да, то есть это снег, который мы могли с вами разгребсти с помощью вращения. Мы все-таки смогли собрать все изумруды хаоса, благодаря которым мы увидели с вами, так сказать, настоящую концовку. Настоящую концовку. А так бы мы просто в виде Соника сделали хэлп, все окей. И нам бы сказал работяга: да-да, вот так, а у меня все твои кристаллы. И либо Наклз бы это показал, то, что у него кристаллы. Соник Хэджхог 3. Ну вот, в принципе, все, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Да, боссы, кроме Эдмонда, есть еще также роботы-боссы, поэтому как-то так. И всем пока. И да, я еще забыл, что можно играть за одного и за второго персонажа, либо за них двоих. И эту игру можно играть на двоих. Поэтому всем пока.